29 сентября президент Ильхам Алиев принял делегацию в составе руководителей Европейского олимпийского комитета, международных спортивных организаций и зарубежных национальных олимпийских комитетов, находящихся с визитом в нашей стране для участия в проводимых в Баку юбилейном мероприятии, посвященном 25-летию Азербайджанского национального олимпийского комитета, заседании исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов, региональном форуме национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Прибалтики и Грузии.